Алло, здравствуйте, дорогой чат. Максимальная сложность и смерть за подписку. Вернее, подписку за смерть, но как-то так. Как-то так, короче говоря. Одно но. На прошлом стриме за 6 часов игры мы не умерли ни разу, потому что стример что? Правильно. Делает все неправильно и читует. Таким, собственно, макаром мы будем продвигаться и сегодня. Так, Господи, ебать, прости, что это было. Это нормально? Так, чат. О, господи, здрасте. Кому, чего? Кто, что хочет? Кто ты такой? Откуда ты пришел? Рот свой закрыли. Господи, что началось-то? У меня патронов нет, алло. И что-то деньги одни дают. Я не хочу деньги, я хочу патроны. Сука, не хотите по-хорошему, да? И решили с самого начала навалиться всей нансаби. Я понял, хорошо. Ладно, без проблем. Так, слышь, сюда иди. Иди сюда. Ебать. Спокойно, спокойно. Мы выберемся из этого дерьма. Что это было вообще? Что началось-то? Только пришел и уже оглох. Прикольно. Эта игра, она такая прикольная, в ней... Сделай нас единым. Чат, один вопрос. На Ишимуре много пили, нет? Учитывая, что горнодобывающие, думаю, много. Чё-то сегодня хотел на своем любимом кресле посидеть, оно разваливается. Ты дашь мне минуту, чтобы я притащил другое свое старое кресло, ободранное вот это вот. Чат, а что вы тут делаете? Тебе удобно теперь? Теперь да. Теперь моя жопка удобна. Смертный. Бессмертный моб сегодня, по-моему, будет. Это значит, это полная жопа будет. Мы сегодня сразу не с того начали. Обходи эти панели, они убивают. Ник, спасибо огромное. Я только хотел попробовать. Темнота-то. Темнота, друг. Простите. Блин, что это было? Зона нормального давления. Я даже не сохранился, тут же сохраниться надо было. Это F. Никаких сабов сегодня. Никаких сабов. Стойте. Господи, ты что, дурная? Кремон, вы не поверите. Что-то отравляет воздух гидропонной системы. Ты что, прикалываешься? Я только починил, опять язык почини. Но ты еще плюнь давай сюда. О, блядь! Ох, твою мать. Стоять, твою мать! О, бля! Открой! Блять, бежим! Никаких нервов, все хорошо. Айзек, ты должен поторопиться. Кому я что должен-то, алло? Ну, ты знаешь, Айзек, я тут подумал, тебе нужно найти образцы ткани, пойди вот на вот этого дракону в жопу и сделай вещи. Понял? Кто там так шумит? О, нет, это клиника, это самая срань. Зачем? Зачем он здесь, в принципе, нужен? Просто скажите мне. Молодые люди, что ты делаешь здесь, говна кусок? Ну, давай. Твое упрямство меня поражает. Ты еще охереешь. Это тебя пока поражает. Дальше ты хуеть начнешь, простите. Рот, закрой дверь, открой. Это ты такой борзый только потому, что тебя смотрит 4К. Ну да. Да че вы его забанили? А, хотя ладно, 10 минут можно. А, блядь! Нет! Нет, нет, нет. Какова вероятность? Не, сегодня... Сегодня все как-то не так идет. Нет, 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 нет. Зачем? Зачем? Здрасте. Я же говорил, добром это все не кончится. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Да подождешь, я должен вернуться и отомстить, потому что мне нужны их патроны.
Вообще-то замедлять врагов это нечестно. Слабо без этого пройти. Нет. Ёб твою мать. Блядь, ты что прикалываешься? Жадный. Жадный мудак. О, боже, я же так легко прошел, оказалось нелегко. Оказалось, мне повезло. Жадность! Да-да, расти большой, не быть лапшой. Абсолютно все четко было спланировано, поэтому если вдруг кому-то казалось иначе, то это только потому, что вы плохо играете. Так, ладно, все нормально, все нормально. Пока что все нормально, все хорошо. Блять. Как он одновременно читает чат, играет и отвечает? Просто потому, что он геймини, понимаешь? Криоген лоб... А, это... А, я понял, чат. Где кнопка? А можно его обратно разморозить? Уничтожь капсулы, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на левиафан. Слушай, говорит, ты уничтожь капсулы? Ты сама-то пробовала это сделать? Нет, Кендра? О, бля, я один тут хожу и работаю, понимаете? Всем плевать просто. А-а-а, блядь! По мере приближения, блядь. Что это было вообще? Да, понятно, конечно. Какой-нибудь мудак сейчас придет. Обнаружена опасная аномалия. Ясно. Активирован режим карантина. Это нехорошо, это нехорошо. В этом нет ничего хорошего. Какая опасная аномалия? Это я-то опасная аномалия? Я понял, обидно. О, ну ты прикалываешься. Это ты-то у нас опасная аномалия? Да ты говно напал. Вот там сейчас. О, боже. О, блядь. Не-не-не, не то хотел, не то хотел сделать. Да сюда, целься. Я ждал, что сейчас на меня побегут оттуда, такой, думаю, сейчас я им закину такой, вот это. Умён? Кажется, понимаю, где мы. Не-не-не-не-не, не выдумывай, ладно? Большая аптечка Ж, где? Так, по часовой стрелке. Ладно, чат, все. Он нас троллит, чат. Не-не-не, это что, я бы не подумал никогда ни за что. О, да, было неплохо. Шо? Такое ощущение, что когда ты подходишь к магазину, в чате, шо? В чате тот со своим, ну купи, да-да-да. Я могу рассказать тупой анекдот, который я сам не понял? Типа, едет маршрутка, летом жара, духота страшная. И тут внезапно кто-то пернул, короче, дышать нечем всем. Все молчат, потом начинают орать, типа, как не стыдно? Кто ж пердит, никто не признается. Вот. Орать друг на друга начинает, выбесили водителя, минут пять орут. Он говорит, давайте так, я сейчас кину веревку, короче. Все, хватайте за веревку правой рукой. Все такие, ладно. И даже тот, кто пернул, да! И все ржут. Я не понимаю, в чем прикол этого анекдота. В чем суть, я не понимаю. Типа, оно порвало уже нескольких моих знакомых. И я не могу понять, в чем суть. В том, что тот, кто спросил, спалился. Ну да, но это ж не смешно. Это ж кринж. Вот это вот, понимаешь? Кривое зеркало. Так. Шо, подонок? Куда ты стучишь там? Что ты там делаешь? Да блин, даже ничего не схватишь, ну. Притворяется он здесь. Надо было в Рискине Мандалорца играть.
Защитный костюм 4 уровня. 35 тысяч всего, а я копил, блин. Ох, сейчас заживем. Смотри на меня, как я крут. В прищепках весь. А топот теперь, как будто, я не знаю. На жопе прищепок нет, нифига не полная. Ну, я думаю, на пятом будут и на жопе. Папе. Приходит Саша Грей на прием к Лору. А там врач оказался симпатичным лысым мужчиной приятного телосложения. Ну и дальше не совсем анекдот был. Я хз, до конца историю не знаю, но вроде лечение прошло успешно. Хорошо. Ну ладно, как бы, я просто тоже не знаю, что на это сказать. Ладно. Окей. Ваша безопасность в ваших руках. Нет ручек, нет и безопасности, я понял. Судя по звукам, ничего хорошего нас там не ждет. Зато здесь есть плазменная энергия. Простите, я тут сломал. Я нормально сломал? Так, допустим. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Да сам-то ты зачем? Самодеятельность. А, я же могу туда переместиться. Ого, ого. Вот так вот, смотри. Обалдеть. А потом вот так вот, вот так вот. Не слушал Басту, не знает про пауэр. Легкая, легкая актерская игра. Выглядит примерно вот так. Мне кажется, ты притворяешься. Сейчас я сделаю с тобой страшное. Я пошутил, я не буду делать с тобой прям очень уж страшное. Куда ты делся, Олег? Так, Олег, я все понимаю, но к зубному врачу мы пойдем, окей? Не-не-не, Олег, ты не понимаешь. Хочешь ты этого или не хочешь? Лечить зубы нам с тобой придется. Ну ладно, как хочешь. Блять, Дэс, нормально все. А, что я делаю? Просто отодвинулся такой. Кого? Что-то по патронам, после того, как мы взяли автомат, тут, короче, так работает местная механика, что, типа, какое у тебя оружие есть, на то патроны и дают. Вот у меня был только резак, мне только на него патроны давали в основном. А теперь какая-то срань. И дают патроны на непрокачанную пушку. Но, может быть, больше шансов на подарочные подписки. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления. Спасибо, а можно я еще что-нибудь починю? Координаты. А то мне еще глаз не дергается, алло. Можно я слезу? Какого хрена? Слышите? Я смог поплакать тебе. Слушайте. Я отменяю эту миссию. Я хочу посмотреть. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Так, чат. Я на самом деле довольно сильно подустал что-то сегодня. Давайте на этом заканчивать, наверное.